Музыкальная студия «Кнопочки» под руководством Марины Мартинсон-Кранц приглашает детей и молодежь на занятия в студию. У нас всегда весело, и с нами не соскучишься. В этом году нашей студии исполнилось 25 лет. Мы занимаемся в столице Эстонии, городе Таллин. Своя песня «Кнопочки», которую сочинил Игорь Лашков. И она передается из поколения в поколение. Кто занимался и занимается в нашей студии, займет очень много времени. Дети с 4 до 9 лет занимаются в Линдакиви по адресу Корчи 22. До 18 лет и молодежь занимается в Центре русской культуры по адресу мэра поезда 5. Уже с 4 лет наши кнопочки выходят на сцену. Концертные площадки Эстонии для кнопочек всегда открыты. И летом, и зимой. Наши кнопочки участвуют в международных фестивалях и конкурсах. И получают только призовые места. Кнопочки – частые гости телевизионных проектов на ТВ. Каждый год в студии проходят конкурсы солистов «Поющий соловушка» и «Хелисова тнупукесет». Все такие разные, но нас объединяет любовь к музыке. Каждый год мы отдыхаем в творческом лагере Болгарии. А вы хотите с нами? Мы найдемся здесь, друзья. Информация о студии на сайте кнопочки.ее. Ждем вас в сентябре в нашей студии.